В настоящее время наравне с автомобилями мотоциклетный транспорт пользуется стабильной популярностью. В Советском Союзе машин было мало, поэтому мотоциклы наиболее востребованы. На их сборку работало несколько советских предприятий, и в основном качество радовало пользователей, но были, конечно, и минусы. Лидером по популярности был Ижевский мотоциклетный завод, а мотоциклы Иж расходились среди граждан большими тиражами. Основной объем Ижей производился уже с боковым прицепом, что увеличивало на них спрос и популярность. Эта модель называлась Иж-4, выпуск которой начался в начале 80-х годов. Данную модель можно отнести к среднему классу. В движении мотоцикл приводился бензиновой силовой установкой на 20 лошадиных сил. В паре с мотором работала механическая КПП на 4 передачи, однако по электрике были огрехи. Электропроводка имела большое количество разных соединителей и переходников, что с течением времени негативно сказывалось на всей системе и часто приводило к поломкам. Слабым местом Иж-4 был коленвал. Его поршневая система быстро изнашивалась из-за постоянных высоких оборотов. Особенно частыми отказы этого узла были в сельской местности. Из новинок можно отметить 12-вольтовое электрооборудование. Также присутствовала фара увеличенного диаметра, благодаря которой передвижение в ночное время было безопаснее. Выпуск мотоциклов Иж-Юпитер-4 продолжался 5 лет и закончился в середине 80-х годов.